Я думаю, что речь, конечно, об СССР не идет вообще. К сожалению, скажу честно. Поскольку СССР — это была огромная империя, в которой себя чувствовали позитивно самые разные народы, и которой карьера человека не зависела от его национальности, в которой можно было реализовываться на огромном пространстве. Вообще империя — это лучшая форма устройства. Империями являются Евросоюз, США, Китай, Индия, именно потому они стоят на лидирующих позициях. Но Россия просто слишком слаба, чтобы восстановить империю, поэтому сейчас речь об этом и не идет. Присоединение Крыма к России — это восстановление исторической справедливости в тот момент, когда народам Крыма угрожал геноцид со стороны неонацистских банд, захвативших власть в Киеве. А наш путь — это не восстановление сейчас Советского Союза, а создание мощного экономического объединения, в которое вошли бы, между прочим, не только бывшие страны Советского Союза, но и такие страны, как Турция, Сирия, Иран, Сербия тоже могут стать членами такого экономического Евразийского союза.